Ну, одним из итогов прошедшей избирательной кампании стали наши рекомендации. Они касаются передания Общественной палаты России, Общественной палатам субъектов и общественным организациям статуса общественных наблюдателей на выборах всех уровней. И я считаю, что вот раз наши средства массовой информации имеют такой статус, то вполне вероятно, ну, возможно, и даже будет правильно, ну, придать такой статус общественного наблюдения, закрепить его в соответствующих нормах избирательного законодательства для общественных организаций, ну, тем более, как, то есть, иначе я считаю, что гражданское общество не будет владеть всем тем инструментарием общественного контроля, который необходим для участия, для наблюдения за избирательным процессом. Данные рекомендации были поддержаны большинством коллег из Общественной палаты Российской Федерации, многими экспертами. Я надеюсь, по итогам сегодняшнего обсуждения и вот они поступят в Центральную избирательную комиссию, и нашим коллегам из Государственной Думы, и будем надеяться, что в ближайшее время будут внесены такие изменения в законодательство Российской Федерации, которое регулирует порядок выборов и наблюдения за